Одним из первых социальных учреждений, подключенных к теплу, оказалась школа номер 77, имеющая собственную котельную. На сегодняшний день в школе, отапливаемой газом, столбик термометра в классах не отпускается до 18 градусов. Всего в Шымкенте в 65 школах начали подачу тепла. Сейчас градусник показывает 22 градуса тепла. Вчера столбики термометра показывали 21-25 градусов, и это с раннего утра. К теплу также были подключены и 36 больниц, и 12 амбулаторий города. А к вечеру сегодняшнего дня подача тепла будет осуществляться во всех социальных учреждениях. Вот только гражданам, чьи дома подключены к централизованной отопительной системе, а это больше 1700 многоэтажек, придется подождать. Работы по реконструкции магистральной отопительной системы еще продолжаются, но строители обещают завершить их до 20 октября. В северной и восточной частях города работы по модернизации отопительной системы уже завершены на все 100%. Работы же по замене труб протяженностью 6,5 километров по программе «Нурлыжол» продолжаются. Тепловики сейчас проводят заполнение труб водой. Централизованная отопительная система подключена 1782 многоэтажных дома. Согласно отчетам акимов районов, в 98% из них уже проведена работа по опрессовке. Ну а насколько эти цифры соответствуют действительности, станет известно предстоящей зимой.